Проблемы экономики обсудили сегодня на международной научно-практической конференции «Социальная модернизация Казахстана. Предпосылки, достижения и пути развития». Гостями круглого стола стали гости из-за рубежа. В данной встрече приняли участие депутаты Мажилиса парламента Республики Казахстан и областного маслихата, ректоры карагандинских вузов и зарубежные гости. Тема конференции имеет особую актуальность, так как в современном мире вопросы социального развития приобретают особое значение, отметил глава области Абильгазы Кусаинов. Также он ознакомил участников мероприятия с комплексной программой социальной модернизации региона, разработанной в соответствии с поручениями, данными главой государства в программной статье. Уважаемые участники конференции! В нашей стране внимание к социальным вопросам было всегда одним из приоритетных направлений государственной политики и лично президента. В самые тяжелые годы становления независимого Казахстана глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев всегда уделял внимание социальным аспектам развития страны. После состоялось пленарное заседание, на котором с докладами по различным вопросам социальной модернизации выступили депутаты Мажилиса парламента Республики Казахстан. Конференция на тему социальной модернизации Казахстана, предпосылки достижений и пути развития продолжилась заседанием круглого стола на тему общества всеобщего труда и приоритеты социальной политики в 21 веке с участием зарубежных экспертов и работы по секциям. Конференция продолжилась концертной программой, которую организовали художественные самодеятели КЛК с Потребсоюза. Ирамгуль Салкимбаева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.